Быдло приколы в чате не прокатит. Всех перебаню. Мне никого не жалко. Ну, кроме Совчики, конечно. Боюсь, что сейчас будут какие-то приколы ответные. Next игра будет со зрителями. Так мы и так со зрителями играем, Бубу. Максик, мы выяснили, что все котики и душечки, так что расслабься, все в порядке. Если всех забанишь, то не будет стрима. Но я же не говорю, что прям всех. Не прям всех, а вот всех, да не всех. Та-ра-та-та-та-та. Братрум, иди сражайся. Что-то я думаю, что тут какие-то не дефами попахивает. Пул мне не нравится. Играть тут не хочу, не буду. Не хочу. Не нравится. Бань всех, софу оставь. Норм план. О, господи, чатик. Как там ник? Татуэро, ну ты... Ну реально, детский сад, штаны на лямках. Чатик, ну сколько нам годиков-то всем? Еще сидят гы-гы-гыкают в ответ, а? Ну серьезно, это же вообще... Не о тем. Так. Сражайтесь, мои воины, не знаю. Какой у нас план? План капкан. План капкан. Ну да. Только как в этот план капкан выйти? Плана пока что нету. План Б. Наверное. Изи прогнозик. Там Рейлак нам прогнозик закинул? Или что? Висп в роли до 10. А прогноз закрыт. Или это вчерашний у нас не закрыт? Выключить вебку. Пожалуйста, пожалуйста. Все выкупили. Я не закидал, окей. Ой-ой-ой. Да ну что тут? Ну, это мне не нравится. Это все мне не нравится. Опять хрень какая-то. Опять какая-то хрень на старте. Необъяснимая. То есть мне точно нужна Мирана. Раз рыбачок. Два рыбачок. Окей. Включить камеру. Угу. Надо брать Мирану за Тасика, да, и Тони. Наверное, за Тинкера. Тинкер со мной уже не проиграет. Допустим, даже так есть вероятность больше, что я выставлю. В чате нет никого со ставкой. Это вчера, значит, виз был до 10, я ее, наверное, не закрыл. А ну-ка, да. Виспа не было. Джиггернаут, дерево, СФ. Интересный старт. Интересненько, ясненько, понятненько, интересненько. Очень сильно, очень слабо, да, все остальное. Туру-туру-туру-туру. Надо дерево покупать в любом случае, а вот СФ не в любом. А за какое? За что покупать СФ? Вот за это?
Рыбачки. Ну, дерево с нами идет. Ну, допустим, СФ. СФ-то как фигуру уважаем. Но есть нюансы. Блин, так вроде СФ-а хочется, а вроде не хочется. Ну, точнее, хочется, но не может. Ну, конечно, антимаг пришел. Что мне стоит делать, братюнь? Собирать, окей. Я думаю, что ты даже поинтереснее будешь чуть вот этого парня. Чуть-чуть поинтереснее Джаггернаута. У тебя больше хп. Слабо, хорошо, это мне подходит. Я хочу левелап. Ну, то есть мне кто не нужен? Тоник. Я не уверен, что я готов тоника скипать. А, слабо. Это 2 Марса. Там шмотки, что ли, были? Что так больно-то оказалось? А, ну правильно, антимага съели ни за что. Антимага съели ни за что. С нулями пари какие-то, окей. Угу. Угу. Блин, слабо вообще. Вот это байтит, вот это байтит. Ну ладно, вот это, допустим, я беру. Вот это, допустим, я беру. Агры под магов. Ну надо шмотки было смотреть тогда, чтобы агра брать. С разором. Так-то неплохо, да, есть еще вот этот вариант, но он слабый. Давайте думать. А деревьями, ранами снайпер не сильный? Нет, ханты больше носят сейчас профита. Угу. А что же за говна-то такая? То есть нужно было что-то, чтобы определиться. Итого. Можно избавляться от мусора, только понять нужно, да, что именно, от чего мы именно хотим избавляться. Ладно, пока века выхода нету. Оставляем. Пока что оставляем. Нужны бабки срочно, тридцатка. Мехи, мехи, мехи. Воина с лустрика пойдет. А ну-ка, давайте так. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. По крайней мере, есть десятка. Это уже хотя бы что-то. Есть шести эльф, что тоже неплохо. От этого и будем плясать. Шести эльф. Нужен левел, избавляться от чего-то ненужного, находить что-то нужное. Правильно? Правильно. Отскипаем, отскипаем. Блин, меха взять, надев крипов. Не такой плохой вариант. А вдруг сейчас прокатит?
Доги Бу, здорово. Мехи мне не понадобились, а пароль тельфов, чё же нет-то? Десятижейший дев. 29 голды, господи, какие халявщики. 4 орка. Такая жадность. Хочется и ролить, и дефать, и хумов получать. О, господи. И ябадабаду, Шева подписался 2 месяца подряд. Шева. Блин, у меня такое чувство, что ты ж только чтоб Шева подписывался. И тут уже опять снова подписочка. 2 месяца. Лови енотика, 2 сердечка. Спасибо большое за поддержку, Шева. Мя-мя-мя. Мя-мя-мя. А, так, ты мне не нужен? Ну, тут есть несколько вариантов развития событий, но мне нравится вот этот, наверное. И вот этот. Ой, не, вот этот давайте. Короче, найдем тут. Ага, нашли, проверять. БКБ тоже пойдет. Пробитие мясов, мясы. Мясы или пробитие? Ну ладно, давайте джавелин возьмем. Где наш не пропадал, дерево бей чаще. Причем я сильный стол, надо стрики позбивать. Хочется что-нибудь ненужное продать, но да, особенно таких нет у меня опций. Пака бы в 2. Можно было продать, но в идеале сбить из стрика. Орки, сморки. А, гира нет, гира нет. Ну, нету и нету. Не было гирокоптера, нечего начинать его собирать. Ранг плохо стоит. Да, как-то так мне больше нравится. Вообще должен нормально со всеми драться. Меня кто-нибудь пугает? Ну такое, ханты пробивают мои мясы. Думаю, что справимся. Безыпчик. Угу. Топ-3 хп. Сидит, ролит говнюш, нежить. Серьезно, нежить. Ну почему нет? Нежить тоже вариант. Нежить тоже вариант. Да, я вот это все готов собирать, апать. Луна за единичку. Это просто хороший. Ильф. Ну давайте, допустим. Ну, допустим, мяу. Луну скорее продам, если в самом худшем случае. Дерево боевое. Вот это тоже вообще боевой. Единорог мой. Он как-то легко переставляется без пинга. Давайте пустите меня сюда. Прям в срочном порядке. Арканы и 2 клоки. Не пускает. А что с него, воин? Так, это у нас не 6 воин. Рик, наверное, не заберет. Класс Джаггером должны это скрутить по 4 оркам. Ну да. Не пускает. И все, я боялся за Хантера, но пока что не хватает Хантеру дэмэджа, чтобы мой эльфятник пробивать. А это значит, что мы сильные. А сильным быть как минимум приятно. Туру-туру-ту. Вижу цель, не вижу препятствий. К
Как говорится... Много эльфов, много не бывает. Сейчас вообще может не хватать, но Миранка тут должна тащить, дерево должна тащить. Тимич, вечер в хату, здорово. Ну, Пакич тоже хорош, старается. Дерево живет. Не, дерево вообще живет. Тасик, правда, там насыпает, но... Сейчас хилку как прожмем, как этому Тасику прожмем. И его тюлени и моськи. Все будет изи. Here we up, take it easy. Та-та-ра-тан, та-ра-та-ра-та-тан. Крутим левел. Два грим-строк. Неплохо. Грим-строк сюда ставим. Пакичи тоже прячем. Не, подождите. Не, не так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Тебя сюда. Думаю, что-то должно хватать, надев. Без заморочек. Выйти в седьмой до ролицы или здесь дерево достать. Кстати, вопрос. Гироскутер... Седьмой даст мне шанс на это, да я вроде не парюсь. Хорошо. Ну-ка, привет, спасибо тебе за стримы. Не бросай это дело. Очень приятно слышать, спасибо за поддержку. Мя-мя-мя, пока вроде не собираюсь. Дальше посмотрим, но пока не собираюсь бросать. В седьмом ЛД легче, да у меня пока, знаешь ли, не с ЛД проблема. У меня даже деревяшки-то нету в нужном количестве. Заряд очка. Дерево, что, усиляем тебя по атак спиду? Или, блин, даггер даем грим-строку. Я не знаю, но Demon Age просто слишком крутой итем, чтобы я просто так его скипнул. Правильно, правильно. Лин, держи. Я думаю, Фуриона где-нибудь одного мы выкакаем. Блин, гир много урона уносит. Некро еще. Ой, некро-варлок. Надо Гира убить до второго каста. Убили. Ничья? Ха, интересно. Ладно, ничья лучше, чем поражение. Теперь нужен бан и усиление. Что у нас в лобби по бабкам? Непонятно. Укич. Кукич, кукич, берем. Просто отпускаем Акиров. Летите усвояси. С юнитов, стоящих сбоку, иллюзии появляются. С любых моих юнитов на столе появляются иллюзии. Со всех этих юнитов появляются иллюзии при миссе. Блин, как же мне нужно собрать это дерево? А джаггер, да, здесь может скрутить? Еще на изи. Че противно, да, что здесь всякая вот эта вот чинять не стоит. Под нее хрен проберешься. Надо чена как-то убивать. А мы, то есть, он ресает быстрее, чем мы пробиваем юнитов. Не, ну хотя вроде справляется. Дерево не умирает, и слава богу. Сюда меня не пустили ни разу за всю игру. Вот так вот красные стрики и держатся. Я считаю несправедливо, надо как-то петицию что ли написать.
Так, но есть Doom. Это вроде как бы уже неплохо. Дерево, что можно собрать из этого? Ничего. Какие-то криты, суперкриты. Кому отдавать это кольцо зарядки, непонятно. Doom же не работает. Ну как не работает? Вот смотри, по полю ходят? Ходят. Мобилки кастуют? Кастуют. Иллюзии с него сейчас призываются? Сейчас посмотрим, проверим. Призываются. Ну и где он не работает? Вот это, по-твоему, не работает? Четыре дума повесил. Ну как это дум не работает? По-моему, очень даже неплохо работает. А, по поводу демонов? Да, демоны не работают. А дум очень даже хорошо работает. Бабосички. Кстати, усилился чем-то. Потому что даже с задумленным ченом как-то на тоненького. Ну, давай-ка соберемся. А мы собраны и так. Ну тогда ты давай соберемся. Ладно, не срослось. Чего мы прячем Рубика? Мультикастоматогра. Вообще непонятно. Что-то ни фурионов нету, да? Мипарик. Ладно, это не мипарик. Кек. Фул звери вообще не играют сейчас? Вообще не играются, очень слабые. Шестихуман. Какая грязь. Покажите этого шестихумана. Вот бы сейчас на шестихуманах стоять. Это два разорка, котел на скамейке, а мы на шестихуманах стоим. Ясно, понятно. Миранка. Ну, Миранка с нами остается. Даже не знаю, готов Гримстрока чуть-чуть прибрать к рукам. Тут вообще уважаемый молодой человек. Ладно, один ролл. Угу. Оу, oh, е, yeah. Хоть и спасибо за фоллоу. Вообще зря ролился, объясняю почему. Потому что может прийти элитный рекрутер, и я пака захочу менять, да? Да, похоже на правду. Иллюзии не кастуют? Нет, не кастуют. Вообще. Но с руки наваливают неплохо. Надо дерево находить срочно, да? И элитного рекрутера какого-то бахать. Какая же Миранка молодец. Рубик на огре. Или огр на рубике, не знаю, как определить. Что-то все какие страшные, все наролили. Нам надо. Вот это нам надо. Спасибо за фоллоу. Вот это нам надо, вот это нам надо. Ладно, давай ролл удачи. Не сказал бы, что это ролл удачи. Ну ладно. Ни фурионов, значит, нету, ничего. А чё я эту не открыл? Здесь же элитный рекрутер стопудово. А, нет, не элитный рекрутер. Синрипер, Випон Смит. Синрипер, Випон Смит. С 25-го 2 предмета. Ну такой себе Випон Смит. Возможно, Синрипер нужен пока что. У меня уже есть фигура на next level. Мне нужно просто найти лоника, которых просто нет. Опа, бабосики. Да ты посмотри. Тридцать три.
Я знал, что эта коза придет. Ура. И теперь Лоник прям в next слоте. Ну, в next. Я же знаю, что Лоник где-то рядом. Кто удален из пула? Снайпер? Снайпер — это плохо. Так, сори, придется тебя удалить. Не знаю, что с козой делать, удалять ли или нет. Верка вместо пака. Сейчас, наверное, слабее, но в перспективе это нужнее. Варлок раз. Минер два. Плохо стрик, если сейчас отдать вот этому дерьму. Один хоть голем. Нам и одна выше крыши, второй голем. О, господи. Тим Рипер. Ту-ру-ту-ту, да куплю Фуриона. Я бы думал над тем, что отдавать мне вот так вот, я мог дерево еще продать. Ну, сейчас Лоник, да, придет. Ну, нахрен нам он нужен, этот Лоник. Че, этих Лоников искать? Пфф. Лоники для слабых. Мы просто ищем хорошую обилку для нашего... Короче, ты не поверишь. Вот это дерево, вот это тебе. Я даже кольцо тебе готов отдать. Потом БФчик какой-нибудь соберем. И будем душить. На экстра Лоник чеки. Да пошел тут Лоник уже. Орки, гляжу, собираются вовсю, да? Еще одного выбил. Кстати, очень круто то, что я выбиваю это двойной бонус от... А, нет, стоп, от Синрипера. Да, двойной бонус от Синрипера. Это очень круто. Здорово, Чузик. Мя-мя-мя. Топ-3, конечно, пойдем. Вообще не представляю, что здесь без тебя в 3 делать. А какой у меня, кстати, есть этот... Окей. Выглядит опасно, маг. Ну, пока Пангольер не нажал свою заветную кнопочку. Дизраптор вовремя. Еще один бонус от Синрипера. Я подряд всех выбиваю. Колечко. Кстати, колечко. А что мне дает колечко? Колечко дает один оф. А нет, не только. Получается, маленькое колечко нужно... Ну, мне БКБхи нужны. МКБ сильно. Не знаю, против кого оно понадобится. Просто как сильный итем. Evasion, все дела. Думчик, давай, помогай нам. 25-е крипы. Может, Weapon Smith реально стоил? Но я столько сейчас получил бонуса за выбивание двух уже чуваков. Как минимум трех или троих я выбил. Инвокер действительно слабый персонаж. Я поставлю инвокера. Может быть, вместо Верки. Не уверен. Ну, короче, вот при текущих обстоятельствах я готов инвокера воткнуть в борт. Он будет неплох. Но вообще инвокер очень ситуативный, и его почти никуда не берут. Да, давай еще одно МКБ бахну. Больше МКБ, богу МКБ. Че тут лежит? Ага. Вопрос, что брать, потому как
Пока что, наверное, ничего. Вот вы думаете, что бродсворд, а я думаю над другим предметом, который будет не менее важен, чем этот бродсворд. Думчика бы найти, и все, я готов дальше в левел идти. Много МКБ не бывает? Ничего пока брать не буду, сейчас народ начнет вылетать. А, мне нужен либо блиндагер, либо бродсворд, 100%. Беззыбчик там на шестерке стоит, с ним драться будет тяжело, но попробуем как-нибудь. Угу. I know. That I can complete Bloodmail on Trent, but I don't want to do it. I have other plan. Ну реально здесь блинк очень нужен, зарядочку. Вот это вот точно под разборку пойдет. Беззыбчика надо выбивать. Сейчас заодно посмотрю, дума собрал, это очень плохо. Хотел максимально пытаться ломать сборку думов. Ну, сумасшедший дэмэдж от конгольера этого. Ну а торка тоже, да? Минус министр, дополнительный бонус. Чены, чены, чены. Плохо то, что тут варлоки очень много кастуют за счет этих ченов. Нужно больше думов, нужно больше контроля. Какой-то дизраптор мне нужен. Желательно с зарядкой. А там уже посмотрим. Тоже к вопросу, как повезет. Стопудово левел, помогает мне инвокер, помогает мне энигма, тут нету. Там несколько вариантов будет. От министра ничего не прилетело. Плохо? Плохо министр отработал. Девятым кого будет ставить? Посмотрим. Дубликат Пангольера, дума, инвокера, дизраптора. Мне все это нужно. Слабо. Это пока что слабо. Кек. Лол, кек, чебурек. Девяти маг. На это я надеялся, я сильнее мага. Виталити бустер. Blade of Alacrity. Хм. Но пока что БКБ-ха нужнее. Теперь я... Ой, господи, тут БФ-чик собрать вообще будет просто бомба. Держи, друг. Чел в седьмом нашел больше орков, чем я. Бывает. Shit happens, как известно. Ну ладно, ничего страшного. Не хватало на левел. У меня после 30-го нужно, да? Я еще все элитного рекрутера хочу. Я бы хорошо поролился сейчас с 9-м, если бы нашел его. Что тут, манта в игре? Манта в игре. Ладно, починимся. Надо смотреть по предметам, что выпадет. То есть колечко мне приносит БФчик. Я тогда бродсворд беру. Надо на дроп с юнитов смотреть. И ролиться я буду только тогда, когда узнаю, какая билка мне прокнет. Фолу Галина Бланка, здорово. Ой, чуть-чуть. Еще пониже. Вот так вот.
А то ноги не ладят. 89. Ну, на крипах мы справимся 89. Но для вас специально. Го, вот так. И вот это, да, неплохо, неплохой юнит. У эрок что-то нету. Хрен бы с ними. Сат раунд осталось 3 игрока, да? Реликт бокс. Все говно. Гира нельзя ставить. И отдавать гира тоже нельзя. Держи, держи, держи. Держи, держи. Тоже держи. Кажется, надо поделиться артефактом с Думом. Давай идется мне. Я не знаю, что отсюда брать. То есть мне не один шрауд только. Теперь только шрауд. Мистрик уже ничего не будет. Опа, манта. А что соберется, манта или криты? Криты, плохо. Не, ну как плохо? Ладно, криты неплохо. Но манту тоже хотелось. Манту тоже хотелось. Тайт Хунтер. Галер, конечно, неплох. Предметы нужны не залетели. Мекка в дереве. Я сейчас подумаю над этим, над меккой в дереве. Мисс, хорошо. Больше думов вперед. Эти все назад. А разборок не будет, если будет БФчик. Мне нужно, чтобы это кастило прям сразу. Наверное, надо давать. Предмет этот тоже пока не хочу отдавать. Может быть, что угодно. Так, у меня нет темпларки, это плохо. Нужен дизраптор какой-то. Тимек добавила моджа. То есть один прокаст мы отхиливаем. И все становится приятнее. И все становится приятнее. Так, по предметам. Ну, хочется, да, собрать манту. Против мага она не очень, но потом может пригодиться. Пангольера мы будем в 3 собирать. Эту подругу тоже в 3. Гирокоптера мы оставляем, потому что можем. Ставить его на поле мы не будем. Блин, дизраптор тоже для меня опасен. Угу. Думчики, живите. Раз кастик. Второй давай. Два кастик. Молодцы. Ищите, какой хитрый разор. Пробил или нет? Не видел.
Дерево. Дерево, дерево, дерево. Ну тут тоже сейчас 10 будет. Что здесь будет на 10? Найдет Гира. Найдет. Вместо вот этого инвокер неплохо. Двенадцать дудок за одну игру прилетело. Сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Почему? Одиннадцать же вроде. А, 12, 13, 14, 15 сейчас. 15 дудок. Угу. Брать отсюда ничего не надо. Ой, какая же грязь. С 10 что выставил на 10? Ничего, на деньги потратил все. Хорошо. В Пангарире есть БФчик, но за БКБ. За БКБ БФчик я делать не готов. Вот в чем проблема. Есть худ, но это тоже не вариант. Еще, кстати, есть две дудки. Лучше мисс прожал. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Попробуем так. Да вы что, минус 9 эльф? Интересно, почему же? Может быть, это сделано не просто так? Минус 9 эльф, а драки стали лучше. Ужас какой! Как это произошло? Могу ставить, в целом могу. Для меня не обязательно. Да серьезно. Лорка сейчас бахнуть вместо наг и все. Ладно, вот так и сделаем. Галер тоже не готов скипать. Тяжелые файты будут. Но все равно очень много дэмэджа. Или мы уже закончили? Было близко. So close. Это точно лучше. Ладно, было близко. Фулорк? Блин, я не готов, да, на 15 хп рисковать фулорка. А готов это отдать сюда. Давай.
его дизраптор как плохо закастил. Нужен хороший бакл. Он не идеальный, да, но вроде неплохо. 12 урона нету. А здесь что? Изи победка. Изи для наг. Коза вон была, селедка еще, еще коза, рубик. Ну ладно, норм. Почему мы четвертый раунд без линки? А против кого здесь линка? Мы на четырех нагах стояли. Ну, то есть... просто, чтобы собрать. Не, ну можно было, конечно. Но лучше, чем просто так лежал шмоток. Я думал по поводу шмоток, как мне придется, если доживаем до крипов, чтобы там... У меня же только одна разборка будет. Столбец дэмэдж, что означает? Сколько урона нанес, сколько урона получил. То есть сколько урона ты нанес по вражеским персонажам. Столбец дэмэдж говорит об этом. Че, go next, чатик?